Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео я вам расскажу, как построить камин у себя в доме, причем в центре, не где-то там с краю дома, чтобы тепло, так сказать, распространялось равномерно по всему дому, и свет, и так далее, чтобы все было красиво, чтобы все было аккуратно, и чтобы вы могли приготовить пищу внутри дома, а не снаружи его. Это довольно удобно, друзья. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, Асмя-контент. Поехали! В общем, выбрали вы площадь под застройку своего жилища, и что вам нужно сделать? Либо начинать с его переда и так проводить, либо из центра. Давайте из центра, то есть у нас вот деревяшечка, это пол, если что. Вот еще раз, я мешаю. Вот так вот, вот так вот. Так, аккуратненько, не всегда ровно получается. Делаем таким образом, у нас остается в центре свободное место. Потом уже сюда. Ставим костер. А мне не хватает камня. Что-то как-то я тупо... Так, у нас камень где? Камень у нас где? А камень у нас вот здесь. Все, отлично, возвращаемся. Ставим костер в середине. Теперь его тепло будет равномерно распространяться вокруг него. Но вы еще хотите, чтобы все это дело у вас, ну, готовилась пища. Ставите сюда, ну, что у нас тут есть? Вот, допустим, стойка для готовки. Все, можете готовить. Но нам нужны еще стены. Берем, ставим стены. Дом не обязательно может быть такого размера или формы. Это просто наглядный пример. Ставим, ставим, ставим. А теперь, друзья, время крыши. И прикол в том, что если я сейчас поставлю крышу, весь дым будет скапливаться внутри. И со временем персонаж у нас будет терять здоровье, ну, просто-напросто подыхать. Что делать? Мы должны сделать шахту. Поставить стену здесь, не бойтесь, то, что деревянная, с ней не будет абсолютно ничего. Ставим здесь. Блин, криво получается. Так, здесь. И здесь. Теперь можно ставить уже саму крышу. Раз, два, три, четыре. Ну и по мелочи раскидаем тут бокам. Так, это получилось криво. Так, где у нас этот уголок-то несчастный? Так, и здесь поставили. Отлично. И как вы можете заметить, дым у нас уходит наверх. Он не задерживается в нашем помещении. Но это еще не все. Если пойдет дождь, вас зальет. Нужно поставить что-то вроде крыши еще и туда наверх. Сделаем стену. Точнее, лестницу, прошу прощения. И тут уже, ну, можно поставить, допустим, вот так. Чтобы не было никаких проблем. Теперь у вас есть постоянное тепло, место для готовки. У вас тут и отдых, и укрытие, и огонь. И можно поставить кроватку, лечь спать. И если пойдет дождь, то ничего не произойдет, и дым уходит. И все. Так можно жить. Например, в моем доме это выглядит вот таким вот образом. И абсолютно никаких проблем от слова совсем. И это очень удобно. Мне здесь хватает абсолютно для всего пространства. Ну, пока что, естественно. Потом в любом случае придется расширяться, друзья. Но... это рабочий вариант. Вы можете поставить не один, а 2, 3, 4, либо потом в дальнейшем поставить вообще большой костер и так далее. Так что развлекайтесь. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео вы найдете ссылочку на плейлист со всеми видео касательно Вальхейм, включая обзорчики, гайдики, прохождения и так далее. И еще будут плейлисты по другим играм, которые имеются на этом канале, друзья. Рекомендую в особенности Elite Dangerous и Factoryо. Тоже офигенные игры, довольно залипательные. Также в описании под видео будет ссылочка на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал. И там же в этих соцсетях публикуется информация о выходящих видео в день их релиза. В основном, конечно же, в Дискорде. Также в Телеграме и в Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли скооперироваться друг с другом и играть на одном сервере, в тот же самый Вальхейм, либо в любую другую игру. Пожалуйста, welcome. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. И, друзья, забыл, пожалуйста, пишите, какие видео, какие гайды вы хотите именно по Вальхейму. Мне будет это очень полезно, потому что это будет востребовано, вы будете этого ждать. А мне будет приятно для вас это сделать, чтобы у вас не было по этой теме вопросов. А вот теперь всем спасибо и пока.